17 часов по Балтике и минимальный отрыв на финише. Сегодня в Копенгагене финишировал первый этап Балтийской регаты открытого моря Nord Stream Race 2018. Из немецкого Киля спортсмены уходили под завершающие аккорды самого масштабного праздника парусного спорта Кильской недели. И сразу завязалась борьба. Очень хороший старт взяли шведы. Это была фантастическая гонка. У нас был очень хороший старт благодаря отличной работе тактика и навигатора. К сожалению, в середине гонки нас постигла неудача с ветром, и мы потеряли позиции. Но в итоге нам удалось поймать удачу за хвост и финишировать вторыми. Мы старались бодрить друг друга, немного шутили и поддерживали хорошее настроение. Думаю, это нам помогло выдержать и не сдаться раньше времени. Всю ночь лодки шли совсем рядом друг с другом, меняясь местами, и только к утру российской яхте удалось убежать в небольшой отрыв. Стартовали средние мы, где-то на третьей позиции. Первые 15-20 миль держались на этой же третьей позиции. Потом получилось у нас удачно подвалить и оторваться от ближайших преследователей достаточно серьезно, наверное, на милю, а может быть и побольше. Это произошло где-то к 30-40 миле гонки. Ближе к вечеру, перед заходом солнца, часть флота ушла направо, часть налево, и правая пара, датчане с немцами, прикатили из штилевой зоны совершенно чудесно и достали нас. Но мы с датчанами долго боролись, миль, наверное, 20-30 шли вместе. Потом, ближе к рассвету, к 3-4 часам утра, нам удалось на огибании мыса опять от них оторваться. Ну и, по сути, дальше мы только наращивали отрыв. Ну и на финише мы получили примерно 1,5 километра. Пытались найти свою скорость, пытались найти оптимальную работу экипажа, распределение по вахтам, по местам. Поэтому шуток практически не было. Но когда уже ближе к финишу стало понятно, что мы удержим эту позицию во что бы то ни стало, потому что запас был, тогда уже начали шутить. Появилась сотовая связь и узнали, что оказывается сегодня Всемирный день мореплавателя. Финиш в итоге получился очень быстрым. Сначала с 15-минутным отрывом финишировали екатеринбуржцы, а потом сразу три команды в промежутке 30 секунд. С учетом длины дистанции результат просто потрясающий. Ну и, конечно, самое обидное четвертое место досталось немцам. Great race, we really enjoyed it. We did quite good teamwork today and Отличная гонка, и нам очень понравилось. У нас была слаженная командная работа, особенно ночью и вчера вечером. Пришли четвертыми, к сожалению. Правда, совсем маленький отрыв от второго и третьего места. Будем отдыхать в Копенгагене, чтобы потом собраться и показать лучший результат в прибрежных гонках и на втором этапе Копенгаген-Стокгольм. Сегодня у команд отдых, а завтра прибрежные гонки прямо перед Королевским дворцом и знаменитым оперным театром Копенгаген. Следить за результатами и трекингом команд можно на официальном сайте регаты www.nord-stream-race.com.